наверное, делать как добро. То есть мы верим в то, что если мы помогаем нашим ближним, независимо от их нации, от их менталитета, от их веры, мы помогаем людям, которые попали в беду. То есть надо исполнять заповеди Божьи. Как Господь сказал в Новом Завете? Любить Господа и ближнего, как самого себя, независимо от национальности, веры и прочее. Поэтому как любить Господа? Из ближнего, помогая ближнему, значит, мы надеемся, с надеждой, что помогаем своей душе любить Господа. Ну и, конечно же, хочется очень-очень быть маленькой лепкой, помочь вот этим людям, которые попали в непростую ситуацию. Они оказались у нас, конечно, случайно. Но белорусы очень добродушный народ. Белорусы очень много испытали на себе, за многие периоды исторического бытия.